вы получите все, что хотели. Борис Ратников о механизме исполнения наших желаний. Обязательно досматривайте это видео до конца, чтобы не пропустить важные моменты. А также делитесь вашим мнением в комментариях, мы будем очень рады. Сегодня все больше людей говорят о том, что наши мысли являются материальными. Именно с их помощью мы строим мир вокруг себя. Об этом говорят многие, но мало кто задумывается, каким образом наши мысли и желания притворяются в действительность. Такими наблюдениями делился генерал-майор в отставке ФСО Борис Ратников. В своих книгах Борис Константинович описывает четкий механизм исполнения наших желаний, а также называет важную составляющую, без которой наши «хочу» не сбываются. И так как недалек тот час, когда многие из нас начнут загадывать свои желания за новогодним столом, эта информация может сослужить добрую службу. Надо прекратить считать себя неудачником или плохим человеком. По словам Бориса Ратникова, чтобы наши желания, которые мы формируем в наших мыслях, сбывались, нужно напитать их энергией. А для этого, во-первых, необходимо хотеть, чтобы ваше желание исполнилось, а во-вторых, сконцентрировать свое внимание на предполагаемом положительном результате. Есть еще и третье условие, без которого реализация желаемого невозможна. Об этом мы поговорим отдельно во второй части статьи. Когда ваши мысли о желаемом наполнятся соответствующей энергией по количеству и качеству, вы начнете притягивать в свою жизнь благоприятные условия для осуществления вашего желания. «И вы получите все, что хотели», — говорил Борис Ратников. Казалось бы, все так просто, но это только на словах. Борис Ратников обращал внимание на то, что многим современным людям трудно сконцентрироваться на нужной мысли. Сейчас столько второстепенных вещей, которые постоянно отвлекают наше внимание. Именно на них мы тратим львиную долю своего энергетического потенциала. А для исполнения нашего желания важна концентрация внимания на приоритетной мысли. Ее необходимо постоянно удерживать в голове, пояснял Борис Ратников. Для тренировки концентрации своего внимания на желаемом Борис Константинович рекомендовал ежедневно создавать в своем воображении яркий мыслеобраз реализации вашего желания. При этом нужно представлять каждый элемент исполнения желаемого, каждый штрих, с каждым днем дополняя положительный результат притворения вашей заветной мысли в жизнь новыми деталями. При концентрации внимания на вашем желании важно оценивать и обстановку, которая вас окружает. Нужно позаботиться о том, чтобы в минуты концентрации на желаемом вокруг вас не было людей или предметов, которые будут отвлекать ваше внимание от главной мысли или оказывать на вас негативное влияние. В момент концентрации на желаемом важно уравновесить себя внутри, а для этого надо прекратить считать себя неудачником или плохим человеком. Вспомните эпизоды своей жизни, которые завершились удачно и принесли вам успех. Также можно признать наличие своих неудач, осознавая, что они носят только временный характер, помогают приобрести опыт, необходимый для достижения успеха. Таким образом, мы исключаем само программирование себя на неудачу во всех своих делах. Жизнь творят люди веры. Еще одним важным условием, без которого невозможно реализовать свое желание, является вера. Об этом же говорит и одна известная фраза: «По вере вашей да будет вам». Вера в жизни каждого из нас занимает значительно большее место, чем мы думаем об этом. В будничной суете мы верим, что успеем на автобус, что мы нужны кому-то. Верим книгам, чужим словам, своим способностям, в светлое будущее и так далее. И даже те люди, которые не верят во все это, верят в то, что является противоположным всему перечисленному. Кто не верит в то, что ему улыбнется удача, верит в невезение. По словам Бориса Ратникова, вера представляет собой огромную силу, но сама по себе является нейтральной. И только от нас зависит, как эта сила будет воздействовать на нас. Если мы верим во что-то хорошее, вера будет побуждать нас к действию. Если же мы верим в негативный исход, эта сила сковывает нас, парализует и тормозит нас во всех начинаниях. С помощью веры человек воздействует и на свой организм. Борис Ратников говорил о том, что своей мыслью, которая сопровождается глубокой верой,
мы можем влиять на состояние своего здоровья. Верим книгам, чужим словам, своим способностям, в светлое будущее и так далее. И даже те люди, которые не верят во все это, верят в то, что является противоположным всему перечисленному. Кто не верит в то, что ему улыбнется удача, верит в невезение. Именно вера притягивает из окружающего пространства энергию, с помощью которой и создаются условия, необходимые для исцеления человека, пояснял Борис Ратников. Когда-то великий русский мыслитель Владимир Соловьев сказал: «Жизнь творят люди веры. Как бы глубоко не было падение человека или народа, какой бы скверной ни была наполнена его жизнь, он может из нее выйти и подняться, если хочет. Против силы того, что существует, есть духовная сила веры в истину и добро, в то, что должно быть». Таким образом, Борис Ратников утверждал, что для реализации желания необходимо соблюсти три условия: хотеть исполнения своего желания, сконцентрировать свое внимание на конечном положительном результате и верить в то, что вы получите желаемое. Ратников давал рекомендации и о том, чего лучше всего желать. В своих желаниях нужно всегда исходить от созидания. Не стремитесь к обогащению любой ценой. Все, чего вы хотите, должно находиться в духовно-нравственной плоскости. Надо понимать, что бездуховный человек не может стать счастливым, не сделает его таковым и реализация его желаний, говорил Борис Ратников. Бог не благотворитель, выполняющий просьбы людей направо и налево. Генерал Борис Ратников. Как говорить с Богом, чтобы быть услышанным? Верно говорят, что в каждом из нас есть божественная частичка, и на нашей планете ничто не происходит без участия Всевышнего. Поэтому необходимо знать, как обращаться со своими просьбами к Богу. И если все условия будут соблюдены, то помощь придет обязательно. Это подтверждают и те ситуации, через которые мне пришлось пройти. Об этом говорил генерал Борис Ратников. В своих выступлениях Борис Ратников рассказывает, почему одни люди получают помощь свыше, а другие — нет. Ратников отвечает на этот вопрос на примере истории из своей жизни. Он также делится советом, что делать человеку, чтобы его услышали наверху. Борис Ратников вспоминает об одном тяжелом периоде жизни, через который ему пришлось пройти. Тогда было невозможно справиться в одиночку. У Ратникова умирала жена. У нее был рак легких. Требовалось дорогое лекарство. Но на свою пенсию Борис Ратников не мог позволить себе его купить. Он обращался ко всем, кого знал. Родственникам, сослуживцам. Но никто не располагал нужной суммой. Каждое утро Ратников навещал свою жену в госпитале. В тот день он чувствовал отчаяние. И вернувшись поздним вечером из госпиталя, он стал перед иконами и обратился за помощью к Богу. «Я не просил денег. Мне нужен был лишь совет, как мне можно выйти из ситуации. Прошло где-то 3 часа, а я все продолжал молиться и обращался к Богу со своей просьбой. Я почувствовал, как мои волосы поднимаются дыбом», — вспоминал Борис Ратников. Было около 4 часов утра. Борис Ратников отправился спать, а через несколько часов снова поехал в госпиталь. Именно здесь и застал его звонок давнего товарища, который жил за границей. Они не разговаривали и не виделись около 8 лет. Товарищ рассказал мне, что знает о моей ситуации. Несколько лет назад он прошел через что-то подобное. Его мать болела той же болезнью, что и моя жена. Ее не стало 2 года назад, — говорил Борис Ратников. На прощании товарищ Ратникова сказал ему, что хотел бы его увидеть. Зачем нужна эта встреча, собеседник объяснять не стал. Они встретились, перекинулись парой слов. В конце разговора товарищ протянул Ратникову увесистую пачку денег и сказал: «Я знаю, что они тебе сейчас нужны. Тело — храм нашей души, поэтому молиться в своем храме души Богу надо почаще. Если человек сотворил свою молитву правильно, то он хотя бы на какое-то время станет гармоничным и уравновешенным. Сегодня как раз людям и не хватает этой самой внутренней гармонии в окружающем нас мире». Борис Ратников отказывался. Он объяснил, что не может взять деньги, так как не сможет их отдать. «А кто тебя просит отдавать? Сегодня у меня есть возможность тебе помочь», — последовало в ответ. Помощь пришла оттуда, откуда Борис Ратников ее не ждал. Товарищ Ратникова раньше не отличался щедростью.
не было между ними и крепкой дружбы. Просьба Ратникова была услышана. Он купил все, что требовалось жене. Она ушла через несколько месяцев. Тогда Борису Ратникову пришлось снова обращаться с просьбой к Богу. И она была услышана, как разговаривать с Богом. Борис Ратников говорил о том, чтобы быть услышанным свыше, необходимо соблюдать несколько условий. Нужно понимать, что Бог не является благотворителем, который выполняет просьбы людей направо и налево. Поэтому в свою просьбу не стоит включать что-то материальное. Нужно просить о помощи для достижения желаемого. Важно, чтобы в своей просьбе вы исключили всякий негатив, особенно в отношении к какому-либо человеку, даже если вам кажется, что он виновен в сложившейся ситуации, пояснял Борис Ратников. Ратников считал, что Бог является энергоинформационной мыслящей субстанцией, которая пронизывает все окружающее пространство и все объекты, находящиеся в нем. Отсюда и выражение, что в каждом человеке есть божественная частичка. Обращаться надо обязательно с верой в душе, исключив при этом различные сомнения и колебания. Сомнения — это черви, которые разъедают наши просьбы. Ведь недаром говорят «по вашей вере и будет вам». Чтобы просьба была услышана, ее нужно наполнить не только информацией с посылом образа желаемого, но и энергией. Для этого при обращении человек должен себя уравновесить, должен быть в гармонии. Если просящий будет находиться в состоянии раздражения, его энергии не хватит, чтобы вступить в резонанс с божественным полем. При вхождении в резонанс с этим полем человек получает высокочастотную энергию свыше. Эта энергия структурирует пространство вокруг просящего. Благодаря этому человек реализует то, что ему нужно. При соблюдении всех условий помощь непременно придет. Если ваша просьба не будет услышана, значит, ее следует повторить. Также нужно меняться внутри, работать со своей душой, делать ее чище, и тогда вы сможете наполнить свою просьбу той энергией, которая вступит в резонанс с божественным полем. Вера обладает невероятной силой. Этому есть много подтверждений, говорил Борис Ратников. Энергия слов формирует нашу реальность быстрее энергии мысли. Генерал Борис Ратников о причине наших неудач и неприятностей. Многие люди не хотят понимать, что не возраст является причиной их болезней. Беды, неудачи, недуги человек навлекает на себя сам. И хоть всем известно, что свою судьбу мы строим своими мыслями, но мало кто задумывается о том, каким образом все это притворяется в жизнь. Генерал-майор в отставке ФСО, автор книг Борис Ратников, которому принадлежат эти слова, считал, что во многом наша судьба находится в наших руках, и каждый из нас получает то, что заслуживает. На своих семинарах Борис Ратников рассказывал, как работает алгоритм образования судьбы. Зная этот алгоритм, человек может осознанно его менять, а соответственно корректировать свою судьбу. Как мы создаем судьбу? Борис Ратников соглашался с теми учеными, которые утверждают, что наш мозг самостоятельно не создает мысли. При помощи мозга мы их принимаем из окружающего пространства, которое пронизано множеством мыслей. Таким образом, мысль является продуктом нашего внимания, говорил Борис Ратников. Если мозг человека не генерирует мысли самостоятельно, то по какому принципу он их принимает из пространства? По словам Бориса Ратникова, мы притягиваем те мысли, которым соответствуют наши внутренние вибрации. Они зависят от качественных характеристик нашей души, образа жизни, привычек, желаний. Если мы несем в себе агрессию, ненависть, злобу, то мы создаем низкочастотные вибрации. И наоборот, любовь, почтение к окружающим, сострадание порождают вибрации высоких частот. Что происходит дальше? Между энергией человека и энергией окружающего пространства происходит непрерывный обмен. Своими эмоциями человек порождает те или иные энергетические вибрации, которые взаимодействуют с вибрациями аналогичной частоты окружающего пространства. С помощью этих вибраций мы и притягиваем соответствующие им мысли. Наш мозг является не только приемником мыслей. После переработки в чувственной сфере он передает их окружающему пространству в виде мыслеформ или слов.
Все наши принятые, переработанные и отправленные мысли хранятся в энергоинформационном поле. Они хранятся в пространстве вокруг нас и в определенный момент возвращаются к нам обратно. Чем больше в нас мыслей негативной направленности, тем чаще они сыплются на нас. А дальше, по словам Бориса Ратникова, свою работу начинает алгоритм формирования судьбы. Принятые нами и переработанные мысли порождают слова. Ратников называл слова одеждой наших мыслей. Энергия слова плотнее энергии мысли. Поэтому произнесенные слова гораздо быстрее формируют и программируют нашу реальность, как внутри нас, так и снаружи. Многократно повторенные слова формируют наши убеждения. Наши слова и убеждения порождают наши действия. А действия, которые повторяются много раз, образуют привычки. Наши привычки создают наши черты характера. А проявление нашего характера формирует нашу судьбу. Отсюда возникло и выражение «Родишь характер, пожнешь судьбу». Необходимо следить за своими мыслями, они становятся словами, следить за своими словами, они становятся действиями, следить за своими действиями, они становятся привычками, следить за своими привычками, они трансформируются в основные черты характера. Следить за своим характером, его проявление формирует судьбу человека. Как не оказаться на обочине судьбы? Как уже говорилось, наши убеждения порождают наше поведение, наши действия, и далее все происходит по описанной цепочке, в конце которой находится наша судьба. Борис Ратников был уверен, что коррекцию своей судьбы необходимо начинать именно с изменения своих негативных убеждений, которые являются очень устойчивыми образованиями. Изменить их можно только двумя способами. Первый способ изменения негативных убеждений является самым болезненным. Трансформация убеждений происходит тогда, когда человек тяжело заболевает или сталкивается с тяжелой потерей. К слову, Борис Ратников утверждал, что неприятности и болезни мы создаем сами. Нужно понимать, что все наши неприятности, недуги, несчастья формируются сначала в нашей душе, и только после этого отражаются на теле и в окружающей нас жизни, говорил Борис Константинович. И вот, проходя через потрясение, человек начинает менять свои взгляды. Хотя первый способ изменения убеждений является, мягко говоря, неприятным, но именно с его помощью человек чаще всего и меняет свое мировоззрение. Второй способ, который называл Борис Ратников, это постепенное расширение своего сознания при помощи соответствующей информации. Когда количество этой информации перерастет в качество, человек самостоятельно изменит свои убеждения. Освобождаясь от негативных убеждений и мышления, мы изменяем свои внутренние вибрации. Особое влияние на человека оказывает среда его обитания, в которой человек живет и развивается. В этой среде формируется система базовых ценностей людей и их потребности. Поэтому нужно всегда тщательно выбирать круг своего постоянного общения и стараться общаться только с людьми, которые поднимают настроение. Верно говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. По словам Бориса Ратникова, главная цель нашей жизни заключается в развитии души и в накоплении положительного потенциала внутренних вибраций. Этот потенциал нужен для того, чтобы поддерживать энергетический баланс в масштабе Вселенной. Когда же человек уходит от этой цели, растрачивая свою энергию на приобретение материальных благ и удовольствия, то он попадает под природную выбраковку. Его жизнь начинает медленно разрушаться. Возникают болезни, семейные проблемы и другие неприятности. Душа такого человека становится пустой, что выражается во внутренней неудовлетворенности при внешнем достатке. Так человек оказывается на обочине судьбы. Спастись от выбраковки такой человек может только через внутренние изменения и обновление своей души. А этого не достичь без любви, уважения, сострадания к людям, говорил Борис Ратников.